Добрый день, меня зовут Данил. Я житель города Донецка. Все это время я жил в Донецке. Только 2 недели назад мне удалось выехать из Донецка. Я пытался выехать 3 раза. И только с 3-го раза Сахнук меня смог перевести через блокпосты. Что задействовал Сахнук? У меня не было пропуска. И Сахнук что сделал? И Сахнук вывезли меня. Ну, посадили в машину, вывезли. Ну, как это произошло? Пропустили. Ну, то есть, меня сначала одного не хотели пропускать, а Сахнук вывезли. Да. Я приехал в город Харьков, чтобы получить выписку о связи с рождением моей бабушки. Меня встретили с одиночек, эти элитные квартиры, элитки. Встретили с одиночек, поселили в квартиру. Бесплатно, очень мне понравилась квартира, светлая. Но... И кто была Есенина? Кто была квартира Есенина. На следующий день меня переселили в другую квартиру. На улице Широнинцы. Тоже классная квартира, очень удобно, мне понравилось. Сейчас я окончаю свои дела в Харькове и буду репатриироваться в Израиль. Всем советую обращаться.